Всем привет, на связи ProBlockchain Media. Подписывайтесь на наш канал, если вы не подписаны, а случайно сюда попали. Здесь мы говорим много о блокчейне, о криптовалютах, о разных проектах в сфере NFT, DeFi, GameFi, DAO, вот это вот все. Это сейчас очень популярно, супер трендово. Мы об этом рассказываем уже последние 5 лет. Переводим для вас разные документальные фильмы, проводим интервью и АМА-сессии. И сегодня тоже у нас будет интересный проект, в котором мы будем разбираться. Это связано с NFT, поэтому будет точно интересно и полезно. Можете сразу поставить лайк. Значит, все ссылочки, которые я буду сейчас показывать, рассказывать, будут ждать вас внизу в описании. Там есть ссылки на наши телеграм-каналы, сайты, все, что связано с нашей экосистемой. Плюс, естественно, ссылки на проект NFT. Давайте браузер побольше и сразу к делу. Значит, nftime.social. Ребята собираются сделать не обычный NFT-маркетплейс, как мы привыкли видеть, а расширить горизонты, сделать, во-первых, да, NFT доступно всем, не только криптонам, которые понимают, как работают кошельки, сделать это бесплатно, чтобы майнинг был бесплатен, и какие-то части уже реализованы. Мы посмотрим потом с вами в лайтпейпере токеномику, сколько всего токенов, чего как. И 15 декабря у них состоится Public Sale, значит, 15 миллионов токенов будет выставлено на Public Sale, поэтому сразу озвучиваю эту дату, это 15%, да, от общего supply, то есть, значит, всего, можно посчитать, что 100 миллионов токенов. Интересная будет штука, цена будет динамичной, то есть, они стартуют с 9 центов, вот, и будут повышать плавно до 12 центов. И уже сейчас мы с вами посмотрим, запустился airdrop на 20 тысяч долларов, там простейшие правила, вы потом регаетесь в Telegram-боте, все выполняете и участвуете. Значит, какие ключевые фишечки у NFTime? Давайте будем смотреть. Значит, можно создавать и продавать NFT-шки, зарабатывать, заводить друзей, чатиться, шарить свою галерею, создавать NFT со своими друзьями, профайл, то есть еще будут рейтинги профайлов и еще всякие интересные штуки. Категории: арт, музыка, спорт, игры, nature и charity, то есть будет еще и отдельная штучка для благотворительности. Как это работает? Вот здесь классно сделано, то есть я сейчас буду крутить, вы подключаете свой кошелечек, да, потом создаете коллекцию. Ну, кто уже понимает, да, как какой-то раз на маркетплейсах создавал, видите, что все понятно, похоже. Добавляете вашу картинку, NFT-шечку, потом, соответственно, листите ее, задаете цену, выбираете либо это аукцион, либо фиксированная цена и продаете. Что еще из фишек, которых нет на других маркетплейсах, но привычно в социальных сетях, да? Фид, лист ваших любимых там, артистов или картинок, продвинутый поиск. Потом Discover section based on your preferences, то есть поисковая секция будет базироваться на ваших предпочтениях, рейтинговая система, потом ежедневный рейтинг, да, топовых постов, лайки и комментарии, вот это прикольная штука, list of top creators и список топовых художников, топовых креаторов. Давайте глянем на roadmap, то есть первый уровень, значит, что у нас в 2021 году, NFT Marketplace, NFT Social Media, построенный на эфириуме, Collection Creating, создание коллекции, NFT кошелек, лайки, комменты, Friend Request, запросов друзья, чат, фид, лента, NFT категории и таргет. Потом дальше уже в 2022 год, это у нас первый квартал, Level 2, рейтинг NFT профилей, Creating New NFT категории, значит, users will be able to rise their levels, могут повышать уровень пользователя, royalty, автор может устанавливать NFT, значит, до 2% комиссии от перепродаж, users can donate, донаты, прикольная тоже штучка, charity, благотворительность, мобильная версия, adding wallets, добавка кошельков, и у ребят еще планы, видите, есть на и дальше игры, скины, всякие еще дополнительные функции, улучшения, потом блокчейны, Solana, Avalanche, персональная аналитика, Metaverse, вот это, конечно, самое главное, что они еще и хотят сделать Metaverse, и метагалереи, Met Gallery, когда вы уже можете в Metaverse погрузились, и вы вашу галерею можете уже наблюдать, соответственно, в виртуальном пространстве. Вот это тоже прикольная штука. По команде SEO Кирилл Морозов, CMO Бексултан Байжан, я могу неправильно
можешь как сказать, и адвайзер Джордж Палиани. Ребята были в Дубае, на Дубай-экспо, потом можно будет посмотреть у них в Твиттере эти фоточки, но перед этим давайте глянем на токеномику, я вот здесь нашел в white paper. Действительно, 100 миллионов токенов, 20% у нас идет на стейкинг, 10% резерв, 10% маркетинг, public sale 15%, 15 декабря, напоминаю, начинается цена с 9 центов и увеличивается до 12 центов, команда 15%, 6 месяцев заморозки и foundation 30%, оттуда, соответственно, да, будет идти, допустим, рост для foundation. Смотрите, как. Значит, 4% это active users, 8% реферальная программа, 8% еще будет решено, и 10% это marketplace mining. То есть за то, что вы пользуетесь маркетплейсом, 50% будет, ну, по 50% между покупателями и продавцами шерится с, вот здесь расписано как, то есть это будет происходить первый год и потом потихонечку уменьшаться это все будет. Ну, то есть, в принципе, это правильно так примерно поступает Rarible, то есть действия правильные. Давайте заглянем к ребятам и подпишемся на Twitter. Я подписался, 13, почти 14 тысяч подписчиков. Можете еще и в Инстаграмчик залететь, подписаться. Здесь вы увидите, что вот видите пост закрепленный буквально 44 минуты назад, что AirDrop, ребята, стартанул, rewards 20 тысяч наград, победитель, все участвуют, дистрибуция one day after, то есть через день после листинга. Значит, заходите в Telegram-бота и понеслась дальше, выполняете простые задачи и вы будете участвовать. Давайте лайк поставим. Вот нужно будет подписаться на Twitter, там репост, все выполнять обычные всякие действия. Здесь вы можете полистать, увидеть, что ребята были вот здесь вот, где там, давайте вниз, черити, кстати, тоже штучка прикольная, давайте вниз, где там наш Дубай. Вот, вот что они были в Дубае. Вот у них был хороший стенд, можно было себя увидеть, видите, да, в качестве NFT. Ну, то есть, прям активно они делают бизнес-девелопмент, привлекают партнеров, то есть, двигаются прям красавчики, публичные. Все у них, я думаю, получится. Потому что много NFT-маркетплейсов не бывает, особенно если есть задатки на то, чтобы сделать Metaverse, то есть, двигаться правильно. Кстати, можете еще к ребятам подписаться на Medium, там тоже будут какие-то статьи о развитии проекта, и вот здесь вы видите, да. Все расписано дополнительно. Есть ссылочка на white paper. Можете посмотреть на роудмэпы. Ну, в общем, как бы, ребятки, все, что нужно, они делают для того, чтобы проект состоялся. Поэтому 15 декабря можете забукать себе дату. И, соответственно, если вы будете везде подписаны на все социальные сети, вы увидите, где и как можно будет поучаствовать в private sale. Все ссылки я оставлю внизу в описании. Еще что я хотел напомнить, что у нас на канале выходит много контента, по 10 роликов в неделю мы сейчас производим, поэтому, чтобы не пропускать интересный контент, подпишитесь, если вы тем более случайно попали на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам YouTube присылал уведомления. А вот здесь есть у нас и АМА-сессии с разными товарищами, здесь есть и переводы документальных фильмов, и прямые эфиры в понедельник и в четверг на этом канале, и еще 3 эфира на Live канале в 10 утра по московскому времени. В конце всегда показываю дисклеймер. Любая информация, которая вам поступает из интернета, должна быть вами самостоятельно перепроверена. Do your own research. Это главное правило криптона. То есть, что бы вам ни рассказали, вы должны сами взять, почитать, изучить. И если вам это нравится, вам это подходит, тогда вы уже принимаете решение. Мы не даем финансовых советов, инвестиционных советов никаких. У нас информационно-развлекательный канал, информация предоставляется как есть, никакой ответственности мы на себя не берем. Всем хорошего дня, увидимся с вами в следующих видосах. Пока!